пытаясь спасти свое королевство, герои оказались втянуты в хитросплетение тайн и интриг. Следуя за неуловимой тенью Изабель, герои прошли через зеркало Розабель. Шагнув в портал, они вдруг ощутили жуткий холод, пронизавший их буквально до костей. Теплое и уютное настроение наполняет всех нас, когда мы начинаем смотреть или играть в Трайн, ведь игра преисполнена атмосферой сказки. Но этот уровень, друзья, это нечто особенное. Я попрошу вас настроиться, все же сохранить это настроение до того, как мы его пройдем, потому что здесь будет какое-то адское душнилово. Это самый сложный уровень за всю игру. Ну, не считая дополнения, за основную игру. Далее будет уровень с последним боссом. И, возможно, нам потребуется много попыток, чтобы пройти его. Но посмотрим. Мы, конечно, постараемся с первого раза. Однако, как я говорю, уровень душный. Ну, сейчас сами все посмотрите. 12-й. Начинаем. Очень благодарна вам за убийство короля гоблинов. Теперь отдайте мне тройку. Не получится, даже если бы мы захотели. Она связана с нами. Ясно. А где ваша сестра? Бедняжка Жива. Изабель. Боюсь, что ее чары разрушили лес. Но если вы отдадите мне артефакт, я смогу сделать все, как было. Нет, мы пойдем с вами и сразимся с ней вместе. Боюсь, что это невозможно. И вот мы в ловушке. Так, и кто тут у нас? Приключенцы-истребители гоблинов, запертые в наших подземельях. Вам не выбраться отсюда, пока я слежу за вами. Я надеюсь, когда опыт... давайте уйдем с его глаз? Взятый в заставке. Защитется, слезь с доски, она сейчас упадет. Да, я ему опущу ящик на голову. Друзья, да, нужно вот так спрятаться. Куда они подевались? Чтобы он не понял, что произошло. Да, иначе буду... Я хотел ему ящик опустить. Отлично. Да, я взял опыт, который я выбил сверху, но не появлялся он. И говорит, надеюсь, что он в зачет пойдет. Живуах. И еще что самое тоже душное, друзья, что на двоих, когда начинаешь уровень сначала, эту заставку скипнуть нельзя, она самая долгая из всех начальных заставок в уровнях. И ее, может быть, придется здесь не раз посмотреть. Так, ну давай. Поехали. Чего? Мачч поставил себе французский язык. Это просто великолепно. В дополнении нет русской озвучки. Вот в русской озвучке я тоже поставлю французский. Простите меня за мой французский. И поставим русские субтитры. Так. Да, учим. Хорошо, здесь. Давай поставим. Вот так. Там еще опыт пойдем возьмем. Для этого есть решение. Смотри, решение, там... друзья, очень просто. Да, там шипы. Ну говорю же, смотри, ну что ж. Вот теперь решения нет. Нормально. Там все равно дальше шипы. Так, главное, чтобы я тут все достал. То понятно, я на тебя воспрешу. Не в этом проблема. Нет, тут все. Вон, тушка, посмотри, как посыпалась. Нужно выбираться из этого места. Уж не знаю, где мы. Да, и выяснить, что вообще происходит с Розабель и ее сестрой. Это Изабель. Всюду выращивает деревья и растения. Но зачем? Собрал. Может, она просто свихнувшаяся теперь... злая ведьма? Вот так. Но ведь это Розабель поймала ее и где-то заточила. Принцессы должны быть добрыми и милыми. Так, теперь мне надо бубнить еще. И не уничтожать свои королевства ради корон. Просто плохо, что у тебя французский, потому что у тебя может начинать, точнее, прекращать раньше бубнеть, а у меня еще могут бубнеть. Я понял. Да. Ну, давай. Простите за мой французский. Да. И еще там одна есть. Все, еще да? Одной нет? Нет, там две. Собрал две, верно? Ну да. Сейчас подстрахую. Хорошо, подстраховка вовремя была. Стой еще раз. Подожди. По-
поднимется. Сейчас, жди. Нет, я уже туда не вижу просто. Ты... Давай как-то вот так. Да, хватит. Нет. Живор. Се парти. Так, здесь опыт надо пособирать. Аккуратно. Можно ушататься. И здесь, друзья... Вообще, конечно, уровень красивый, снежный. Первый снежный, кстати. Вот здесь есть секрет, назначение которого неизвестно. Посмотрите. Вот такой вот милый снеговичок. Здесь нет ни опыта, ни сундука. Собственно, ничего. Может, это какая-то пасхалка или отсылка. Здесь есть... Да. Или здесь что-то нужно сделать, чтобы получить что-то крутое. Например, там как в некоторых играх спустя 10 лет с момента выхода кто-то этот секрет разгадает. Ну, пока непонятно, что с ним делать, с этим снеговиком. Но... Кинь нам, как с Виктором Враном было. Сверху прыгни, опыт возьми. Напишет в комментариях, там надо, не знаю, перепройти игру от начала до конца, ни разу не умерев, прийти к этому снеговику и там воскресит Айрис. Ну да, мы просто проходили с матч, чем еще Виктор Врен. Это другой жанр, ARPG, но все равно можете посмотреть, он там еще юный, школьник. Было забавно. Суть не в этом. Школьникам забавно было. Суть не в этом, суть в том, что мы все прошли там на 100%, но один комментатор написал ложный комментарий о том, что нужно еще кое-что сделать, чтобы открыть секрет. И мы поперлись это делать, повелись, так сказать. Значит, теперь все сейчас будут писать то же самое о снеговике, понимаешь? Да. Это веселее. Так, чего их так много еще? Я думал, ты уже всех поубивал. Я сейчас умру, я умер. Просто. Я вообще, я три раза в одного стрельнул, он вообще не заморозился ничего. Покажу способность, смотрите, друзья, вот так в клетку можно брать. И это очень крутая способность в борьбе с таким противником, вот тем огненным лютым. Его тоже можно брать в клетку, и это очень круто. Это помогает, действительно помогает. Так, мне левел. Но это потом все. Опыт надо смотреть. Хотя, может что-то... О, я могу четвертый ящик взять, почему бы и нет. Я же перекачал вот на это. Так. Опыт вверху я там вижу. Здесь я вроде все взял. Подожди, эти бочки, пусть они там бабахнут. И это, кстати, еще дополнительный ящик, после того, как в нем убиваешь монстра. Вот тут немножко душное место, даже жаркое. Давай вначале я за опытом пойду. Давай. Так, ну вроде все здесь. Тут один опыт, да. Теперь дальше делаем. Сейчас здесь прошипит и let's go. Пошли. Я вообще не представляю, как жить без коллограммы теперь. Если в третьей части не сделали коллограмму, которую будем проходить для вас на 100%, то зачем такая третья часть? Совсем. Так, смотри, значит, все вроде взяли. Вот здесь настоящая же кутю-макутю, поэтому вот так сделай. Если что, тоже было на французском. Да, да, на французском поиграть. И там на испанском можно особо хорошо. Давай. Матч просто попробовал. Там так звучит классно, что я тоже поставил некоторые уровни, попробовал. Так, вот тут интересный момент. Чаши весов, представленные его руками. Вот так вот лучше направляем. Да я сейчас позбиваю. Так, там вверху и еще, по-моему, можно что-то разломать вот тут. Проверь хорошенько. Я разломал. А я с этой стороны сейчас еще чекну. Нормально, да? Идем. Так, вот сейчас момент или
пан или пропал. Я пойду первый. Опыт забей, если что, потом в конце возьмем. Я пойду первый. Сейчас просыпется еще. Жесть. Жесть! Ну все, минус дед, наверное. Нет. Выжил дед. Что? Дед выжил. Да, выжил, но он ваншотный, я думаю, ты его потеряешь, если пойдешь. Но... А, и деда взять? Так, наверное, лучше иди девочкой. Я лучше девочку пойду. Ну, если ты... Ладно, иди девочкой. Давай попробуем. Жопуча-выпуча. Да, голограмм. Вот это самый душный момент уровня, потому что здесь очень легко потерять персонажа. Очень, а да. Сейчас это предстоит битва с вот этим лютым. Так, в общем, бьемся. Я... Ты стреляй без перерыва. Я начинаю, подзываю. Вот он, я включаю деда. Пытаюсь его захватить. Походу, я его схватил. Бей пока остальных. О, не, меня убили. Я побежал воскрешаться. Ты бей пока остальных. Я его пока дедом скину туда. Все, я скинул нормально. Чекпоинт взял. Женственно стреливаю здесь. Красавчик. Сейчас красавчик. Так, тут сверху ничего нельзя разломать, пока мне нет. Пока, пока мням-ням. Пока мням-ням. Да. Вот если проходить уровень без этого захвата в клетку вот этого красного, то их тут, во-первых, 4 на уровне. И каждый раз это очень сложно. Но, друзья, юзайте клетку. Если лучница, там около 20 выстрелов, по-моему, надо что-то делать. Давай. Не, большая. Давай вот так. А чё? А. Нажимаем кнопочку. Учти, на килограмме она может отойти, я ее могу не удержать, не потому что во мне проблема, а в килограмме. Так, там опыт еще. Ну, я вижу, да, прихвати. Стой. Давай. Жвах. Теперь здесь пособираем, не спеши. Во-первых, давай вот так. Понятно, там можно разбить. Или нет, сейчас буду пробовать. Но не так все просто. Не-не-не. Этот переключатель не работает. Похоже, его заело. Погоди, да я попробую заесть эту штуку. Может запить все-таки? Нет, заесть. Подожди, ну. Все, я запоганил. Не крутится. Так, ты тут все поразбивал, да? Алло. Да, да, да. Уйди с моста. Надо было еще верхний попробовать, да. Тормозить, когда мост идет. Хо-хо-хо-хо. Ты посмотри, что произошло, ты видишь? Да. Вот это такого не было. Вот это же куча-мукуча. Да, лучше не спускаться по мосту, когда он спускается, потому что, друзья, можно прожариться там. Ну а теперь идем. О, нет. Я как будто снова в кузнице. Кузница как будто снова во мне. Так, я отключу это. Хотя, наверное... Ну, за килограммом нормально. Пусть тут лежит. Не, вот так давай. Так, я пойду сам. Давай. Так, первый сундук тут. Да. Живах.
часть говорю ясно. На французском. Сальдо! Давай. Это ну и погода. Так. Да, ну ты сделаешь. А, ты хочешь, я понял. Я его доставлю тебе, если все будет нормально. Давай, охлади. Теперь давай сюда и опыт прихвати по пути. Жи-пути-мукути. Да, это сразу выключай, потому что это жесть. Жарящая жесть. Там наверх есть понять, что. Ты смотри, там того не сагри раньше времени, там же еще монстры с ним. Ну да. Не, монстры это не здесь, это со следующим монстром. Переделать. Тот опыт, кто возьмем еще, я за ним пошел, готовься, если что, вдруг я умру. Я не умер. Ай, умер! Меня жарило, холограмма не спасла. И это печально. Сейчас, сейчас не спеши. Тут чекпоинт. Да как так-то? Меня, походу, он убивал. Там же дырка, да? Да. Там дырка. Вот это лучник поснимал мне двоих. А ну, пойди направо, воскреси, пожалуйста. Не-не, сходи направо, а то сейчас будет... У нас там еще опыт, но... Гейм овер, а то вернемся. Вот там, справа сразу, беги. Просто доби... Да, да. Просто можно слить персонажа. Не бери сердечко, перепрыгни. О! Давай-давай-давай-давай-давай! Красавец! А чё меня унесло? Отлично. Жесть! Я бычку унесло. Это жесть какая-то, ну... Можно забыть об улитках. Комментариев. Ладно. Давай сейчас соберем тут опыт. Раз, и там второй. Сейчас прокрутится. А слева еще больше ничего нет там? Нет, я висел там, наверное, понятно. Ну, без Понтия. Ладно. Поперло на бочке замечательно иногда. Ну я просто поторопился, как я что сделаю, взорвую с собой. Да ты при чем? Тебе проблема. Проблема в том, что игра иногда он респавнит как упало. Ты все правильно сделал. Просто бочки сделали. Так, стой. Сейчас. Это физика. Сейчас, во-первых, вот так можно сделать. Да, там лавой что-то позаливать надо, да? Ну, позаливать мы можем только вот эту штуку, которая за нами. Во-первых, вот где, например, сюда можно было пробить понтием? Может нет, быть и можно. Ничего, тут ничего не надо заливать, просто заливать, чтобы пройти дальше. Это типа на случай, если мы понизу пойдем. Но если идем, мы не будем в холограмме, да? Ну да, да. Так, ладно. Мы будем холограммить. От этого не уйти, давай вот так. Может, кстати, потихоньку как-то вот сначала вот этот вот круг галюшек. Я пойду аккуратненько первый. Сейчас, сейчас, не спеши. Давай. Там наверху еще. Да я вижу, вижу, ну да, во вторую очередь. Все, ничего больше нет. Да. Окей. Так, я сейчас иду смотрю, что внизу. Там внизу один опыт. Я его вижу, я, да. Я заколограммлю, получается, лаву. Тебе надо разобраться с шипами. Потом там... Там не так все просто. Тут вот снизу трубы есть. Непонятно для чего. Подожди, подожди, не падай так резко, я запугаешь меня. Да, непонятно для чего. Но в принципе, если вот так нарисовать, что-то можно придумать. Ну, во-первых, надо вот эту дичь остановить. А, там платформа ездит. А, тогда да, вообще нет. Все про. Я думал, платформы нету. Возможно, эту трубу надо на лаву.
ты можешь вот так ее поднять, вот так подержать просто дедом, а я девочкой давай. Проеду. Давай. Или да, ты проедешь, давай только с той стороны это сделаем. Все, не, пошли, да, ты, пошли наверх. У меня зафризит еще. Что-что? Зафризит вдруг еще что-то, я лучше подержу. Я девочкой не умею просто. Ходить, а вдруг там этот... Прыгать? Не, пошли на ту сторону, перейдем с той стороны будем делать. Что если там долго объяснять, пойдем туда вообще. Так, ну вот так, я сейчас... Да. Оп-оп-оп-оп! Рискованно, так, спокойно, спокойно. Хорош. Сейчас я еще сделаю, там просто вторая еще эта байда шатается. Вот так на нее. Могу приостановить чуть-чуть, так это плохо я на нее сделал. Сверху надо, но я мне камера не позволяет. Сейчас. О, вот так сейчас я на нее повешу. Есть, вроде обезопасил. Короче, я пошел первый. Или одновременно. Не, одновременно. Не надо. Не надо. Иди сюда ко мне на это. Нормально, тут безопасно. Делай впереди теперь. А вот нам. Когда нас сейчас слава польется. А, да. Тогда не надо. Сейчас, тогда я. Расшатаю больше вот эту штуку. Нам надо платформу с платформа. Стой! Говорю, стой. Ай, поспешил. Да. Просто поспешил. Людей насмешил. Пытаюсь спасти своих. Ну. Очень благодарна. Давайте посмотрим прекрасно. Сейчас уже там опыт не надо будет собирать. Быстрее будет. Да, это проще будет намного. Не получится, конечно. Даже если бы мы захотели. Она связана с нами. Ясно. Друзья, это может повторяться. А где до тысячи сестра? Раз я говорил, что бедняжка уровень душный. Изабель. Так боюсь, что ее чары разрушили лес. Все нормально. Но если вы отдадите мне артефакт, я смогу сделать все, как было. Артефакты? Нет, мы пойдем с вами и сразимся с ней вместе. Боюсь, что это невозможно. Закопани. И вот мы в ловушке. Ау, блин, у тебя же на русском, я тут как тут. Ну да. Так, и кто тут у нас? Приключенцы-истребители гоблинов, запертые в наших подземельях. Вам не выбраться отсюда, пока я слежу за вами. Тогда давайте уйдем с его глаз. Давайте уйдем с его носа. Не, ну, конечно, французская озвучка очень круто играть. Где ты еще увидишь французских гоблинов? Эй! Куда они подевались? Он сейчас про какой-то бассейн сказал. Бассейн. Так. Осторожно. Сжигаем бочку. Сжигаем вот эту вот припочку. Сейчас будет душнилово на сосульках. Так проветрик. М? Так проветрик кончик. Не хочу. Нужно выбираться из этого места. Уж не знаю, где мы. Да, и выяснить, что вообще происходит с Розабель и ее сестрой. Это Изабель. Всюду выращивает деревья и растения. Но зачем? Может, она просто свихнувшаяся злая ведьма? Но ведь это Розабель поймала ее и где-то заточила. Принцессы должны быть добрыми и милыми, а не вырывать друг у друга волосы и не уничтожать свои королевства от брата. Да, не буду. Всех рвануло разом. Нормально. Гоу.
Мухучу. В смысле, 2 килограмма? У тебя тоже? Да, природная одна. Деда нет. О, Душнилова, привет. Так, сейчас второе. Он жив. Да, но... Ну, готовимся начинать сначала. Так, я побегу сейчас воскрешать. Только попытайся в первую секунду как-то скоординироваться, стрельнуть пузырем, чтобы сразу не умереть. Ты же знаешь, что выродит сразу на противнике, хорошо? Мне не то, что на противнике, а под копьем выродит. Все, поехали. Калограмму. Идем на ту сторону. Копье, осторожно. Меня убили. Не стоит идти на ту сторону, мне кажется. Да что ж мне в спину, я думал, там уже все. Обещанная Душнилова, друзья. Очень не теряем энтузиазм. За убийство короля Голлера. Какая прекрасная заставка. Отдайте мне тройку. Да. Не получится, даже если бы мы захотели. Она связана с нами. Ясно. А где ваша живак. Сестра? Бедняжка Изабель. Тут французский боюсь, выучишь, благодаря этому уровню. Живар, это ясно. Вы отдадите мне артефакт, я смогу сделать все, как было. Нет, мы пойдем. Думаю, тебе, кстати, это ясно пригодится. Милова. Боюсь, что это невозможно. И вот мы в ловушке. Так, и кто тут у нас? Приключенцы-истребители гоблинов, запертые в наших подземельях. Господи, сколько я мата тут слышу, отсюда, это вообще с ума сойти. Пока я слежу за вами. Французском. Тогда давайте уйдем с его глаз. Давайте уйдем с его ушей. А, куда они подевались? Пробитие. Ага, накрыл. Я сейчас на сосульках полечу сразу, до того, как они начнут падать. Так что я первый там буду выходить. Пойдем. Из игры? Выходить туда на сосульки, ты не подходи, чтобы они не активировались. И выяснить, что вообще происходит с Розабель и ее сестрой. Это Изабель. Всюду выращивают деревья и растения. Но зачем? Может, она просто свихнувшаяся злая ведьма? Но ведь это Розабель поймала ее и где-то заточила. Принцессы должны быть добрыми и милыми, а не вырывать друг у друга волосы и не уничтожать свои королевства ради... О, какой-то из механизмов. Труба еще в меня прилетела. Накрыл. Я могу, кстати, взять деда и всех их клетки позначить. Ой! Я сказал клетки, а не потерять деда. Помните еще в расцвете сил? Ну да. Там хилка не выпала, не? Нет. Полечим на чекпоинте. Не очень там жаром пышет.
теперь нормально. Шипы, смотри, аккуратно, не ударься. Решение, друзья, очень простое. Да. Килограмм. Да. Так, я среагировал, поэтому мне надо нарисовать мостик. Ага, иду. Чувак. Так, интересно будет, спасибо на французском. Мерси. А, точно. Мне почему-то в голове было аллигаторчик. Не иди. Ну, вот так вот в дверь встань, как я, и все. Ладно. Ну да, так в самом начале, в принципе. Лайтово, только вдвоем так тяжело. Ну, можно пробовать, конечно. Ладно, я тебя жду. Бери деда. Так, а меня вырвет там, наверное. Хорошо, я пошел туда. Я сейчас сам возьму деда. Угу. Попробую. Короче, из этого ничего не получится, но попробую. Да, из этого ничего не получится. Так, на сосульках не падай. Мы сейчас попробуем вместе пробежать сразу со старта. Очень благодарна вам. Иначе это душнилово будет на 2 часа. Теперь отдайте мне тройку. Не получится, даже если бы мы захотели. Она связана с нами. Ясно. А где ваша сестра? Ага, жива. Бедняжка Изабель. Боюсь, что ее чары разрушили лес. Но если вы отдадите мне артефакт, я смогу сделать все, как было. Нет, мы пойдем с вами и сразимся с ней вместе. Боюсь, что это невозможно. И вот мы в ловушке. Impossible. Это невозможно. Так, и кто тут у нас? Приключенцы-истребители гоблинов, запертые в наших подземельях. Вам не выбраться отсюда, пока я слежу за вами. Тогда давайте уйдем с его глаз. Капец, так французский очень схож с английским, оказывается. Просто произношение такое. Я смотрю, ты уже ваншотный. Ну, так как иначе. О, а у него каменная голова у этого. Это оказался крепче. В любом случае, дальше становится жизнь. Думаю, то, что мы вначале теряемся, вообще не страшно. Нужно выбираться из этого места. Уж не знаю, где мы. Да, и выяснить, что вообще происходит с Розабель и ее сестрой. Это Изабель. Всюду выращивает деревья и растения. Но зачем? Может, она просто свихнувшаяся злая ведьма? Но ведь это Розабель поймала ее и где-то заточила. Принцессы должны быть добрыми и милыми, а не вырывать друг у друга волосы и не уничтожать свои королевства ради короны. О, отлично. И смотри, какая махачкала. Да? Они друг с другом режутся. Да, они там друг с другом внизу любят попадаться. Под кровать. Потеснить, так сказать. Ну да. Прохождение не творчит Игореха и меня. Давай. Пошли. Шипы. Как повезло.
Пойдем на счет 3 сразу со старта сейчас или нет? Ну давай попробуем. Просто пинг запаздывает. Может все. Ну, попробуем, да. О. Становись тут вот так. Сам в самом начале все, стой. Вот тут, подойди ко мне. Подошел, вижу все. В меня прям становись. Остановился. Готов? Давай. Раз, два, три. Да, так неплохо. Делай. Жизни у тебя мало, береги их. Стой, на стой, самый, стой, на... стой, я поближе сделаю. На самый край отойди. Все, стреляй без перерыва. Только тот будет, я беру деда и попытаюсь его... Капец, я прикрылся за щитом, а у меня есть цель. Воскресил! Голограмму! И умер. И я умер. Дед жив тот. А что дед, что тот? Ну да. Так, ну что? Тогда сейчас успешный вариант, друзья, вам подставим. Вот этот момент, это самый сложный момент уровня. И, наверное, все игры. Пытай спасти своего. Очень благодарна вам за убийство короля гоблинов. Надеюсь, теперь этот будет успешным сразу. Тройку. Не получится, что? Даже если бы мы надеюсь, захотели. Этот будет успешным сейчас. С нами. Ясно. А где ваша сестра? Так а как ты умер? Бедняжка Изабель. Я встал защитным, не встал, копье в лесу принесло. Но если вы отдадите мне артефакт, я смогу сделать все, как было. Нет, мы пойдем с вами. Вот если бы фуловая она была, то ты бы выстрел. Постарайся еще жизни пронести. Да мы потому что поторопились, что-то прокисколку туда-сюда. Лучше не буду торопиться. Да, а где поторопились? Вот у нас... Ну вот там, на вот этом, на вот этих ножах. Сосульках? Нет, на ножах перед сосульками. Вам не выбраться я там поторопился, пока я шипы слежу за вами. Да, сейчас без спешки. Тогда давайте на сосульках наоборот так же пойдем. На сосульках все отлично было вообще, без проблем. Но все равно мне на сосульках прилетело почему-то. Так, мне тоже прилетело, деду. Тут у тебя фул хп были. Мне кажется, я тебя закрыл свои... Может, да, может так. Куда нас стреляли пока? Это сейчас рванет. Стоим. Нужно выбираться из этого места. Уж не знаю, где мы. Да, и выяснить, что вообще происходит с Розабель и ее сестрой. Это Изабель. Всюду выращивает деревья и растения. Но зачем? Может, она просто свихнувшаяся злая ведьма? Но ведь это Розабель поймала ее и где-то заточила. Принцессы должны быть добрыми и милыми, а не вырывать друг у друга волосы и не уничтожать свои королевства ради короны. Я иногда думаю об этом уровне, что лучше пройти его, а потом уже заходить и собирать оставшийся опыт. Единично, это сильно проще. Я тоже так думаю. Но мы так делать не будем. Если что-то не возьмем, тогда зайдем. Целенаправленно нет. Жесть. Прыгнул наверх в этот раз. Ладно, пойдем, всех убьем. Ой, все меня убьют. Ой, хилка лишняя. Зачем мне хилка? Давай, давай. Жесть, там попанет. Уходим.
Скач. О, а можно вот так, интересно? Вот так. Ну ладно. Пытки потом изучу. Когда все ачивки будем собирать. Шипы вверху. Ну да. Уже все ваншотно. Сейчас вот пойму, конечно же. Как вы любите металлчик. Сейчас что? Сейчас я, конечно же, не разодрался об шипы, как вы любите металлчик. Готовимся. В меня встань. Раз, два, три. Сосулька об кого-то разбилась, но урона не было. Странно, да? Угу. Сильно близко. По центру делай килограмм. Так. Вот так лучше. Все, вот так пусть будет. Все, настреливай постоянно. Я сейчас сразу щит поставлю. Ай! Он уже идет, смотри аккуратно. Килограмма. Поймал, но... Да, его поймал. Выкинул, да. Летит копье там, смотри, аккуратно. Убиты все. Момент конченый. Может опуститься, да, там чекпоинт, медленно опущусь, покажу, как они пыхают и умру, а ты меня воскресишь. Вот так. Ну можно, в принципе, так, да, координироваться. О, я скоординировался на щите. Ну, то есть, даже на щите можно. Там не сложно, я даже на лифте спускался. Ну. Ладно. Жди. Жди. Ай! Постой! Жесть. Вовремя заметил. Это что я сделал? Заколограммил вообще не вовремя. Стреляй. Ну вот ледяные. Давай. Что я сделал? Ты проверь, пожалуйста, работает ли огонь. Ага, не работает. То есть я, видимо, хорошо сделал. Ну, там по-всякому может быть. Там еще этот сверху накидывает, не забывай. Не забывай. Ага. Я пошел подзову того, но я сразу сюда, потому что что-то... Да. Ты, давай сразу верхнего из этот. Давай, смотри, тут может, в принципе, тоже сорваться резко. Я его, по-моему, заморозил. Да. На, убивай. Там еще справа лучник. Все, ты всех сделал, отлично. Волшебник лес добрался до людского королевства. Далеко на западе. Вонючие бочки, я помню, как они мне подставили. У них тучные свиньи и вкусные овцы. Можно
можно забыть об улитках. Не прокрадемся по лесу. Что нам тут шалаш приблизили? Ну, крадемся как свеч. А пироги? И пироги. И эль. Женщин. Перекладывать будем эту штуку, нет? Тихо. Ты возобновил запись? Я ее не останавливаю. А, понял. Давай, пойдем. Что ты говоришь? Пойдем. А, пойдем. Так, теперь. Давай, квадрат тут. Раз, сюда два, сюда надо три. Надо остановить, хорошо бы. Сейчас. В принципе, есть. Я думаю, я пойду вниз, ты стой пока. И сам пройду дальше. Ой. Не прошел. Короче, на ней останавливаться нельзя. Я опять же, это все из-за опыта. Суть в чем? Сейчас я пролечу на щите. О, она застряла, отлично. Ой, нет. Так, я стою у чекпоинта. Блин, я его взял нечаянно. Я тебя жду, в общем. О, я ее дедом буду держать. Все нормально. Теперь надо вот там опыт достать. Ну то давай, делай. Решение, друзья, простое. Да. Это что? Я... Давай! Че оно раскрутилось? Килограмма получается. Тихо. Сейчас надо все сделать. Дойти до чекпоинта. По науке. Не. По науке. Не. Крепкий лед. По науке. Одним молотом нет. Такой не расколоть. По науке. Ой, а я без девочки. Ну да, в принципе, у меня 4 куба есть. Все нормально. Все получится. Давай, дед, прыгаешь выше, вот. Можешь же, когда хочешь. Хочешь же, когда можешь. Вот так. Теперь трубу прикрепи. А мне бы туда залезть вообще-то еще надо, потому что девочки-то нет. А туда залезть надо. Сундук тут. И аккуратнее. Я ненавижу эти порталы. Мне это больше всего раздражает вообще в Трайне 2. Трайн 2 хороший, но порталы это... Меня больше всего в Трайне 2 раздражает Трайн 2. А порталы хорошие. Понял. Теперь, друзья, берем вот эту штуку. Так, ты стой, ты аккуратнее, сейчас на голову польется. Почему это... не польется? У меня все под контролем. Ты видишь, он как идет? Да, плохо. Там, все, а, да, стой, здесь собрали? Там сверху ничего не надо? Сверху, ну там три опыта было, и сундук собрал. Ну, да, я собрал, да. Там... Ну, вроде, сейчас я еще раз бомбану вот так. Эта штука, чтобы девочки залезали. О, молот через портал, фига. Видел? Да. Прикольно. Вот. Стой! Здесь по центру наверху там можно пробить. Молот. Кинь вверх. Молот. Отдельно пишешь. Че говоришь? Неважно. По делу говорю. Там одна, да, бутылка вообще? Ой, а здесь тоже можно пробить по ходу этого, вот этого, я помню. Если я правильно помню, а ну. А ну. Нет, это не то место. Это не то, да. Так. О, это сейчас этот будет. Сейчас будут гоблины и красные. Надо... А давайте прочтем, друзья, перед смертью. Дорогая Изабель, для нас обеих будет лучше, если ты пока побудешь здесь. Я собираюсь стать королевой.
У меня это выйдет куда лучше, чем у тебя. Не пытайся сбежать, а тебе здесь позаботь. Прочтя письмо, герои поняли, что произошло с королевством. Розабель заняла место Изабель и стала кронпринцессой. Но что-то пошло не по плану, и в итоге королевство пришло в упадок, после за чего тобой его захватили гоблины. Чёртова колдунья! Я заколю ее, если она смеется снова явиться. Так, сейчас копии ветер буду закидывать. Лучше деду использовать для этих целей. Потому что молот это, да, ты решаешься за счет. Там, смотри, еще сейчас будет просто. Ну, понятно, да. Это еще нормальный экран был, понимаешь? Ну, понимаю. Я держу кулачки за тебя, не скажешь. Я сейчас это сделаю. Чуть не попало, а? Да. Это жесть. Сделаю прыжок. Я в домике. У меня же есть это, еще левитация монстров. То есть я их могу в принципе брать за шкирку и выкидывать. Забыл. Я просто тоже дедом не особо, я же в основном понтием. Интересно, поднимать этого имбового можно или нет? Ну я слышу, там еще есть, да. Ой, жаблах. Там наверху двое, трое, сколько стоят. Я не пойму, тот ой-ой-ой, полетел или нет. Да, вроде полетел. Полетел. Он тебя кинет сейчас. Да я вижу. Лучше спрячься под вот эти крутилки. Да, наверное, так. Ты их типа берешь, да? Я их не вижу. Поднимать одного, второй кинет. Ну сейчас, сейчас. Ты можешь аккуратно вылазить отсюда, кидать молот. Надо сделать защиту вот так. Не совсем защита. Видишь, отлично. Там уже этот упырь. Угу. Плохо, что с камерой очень плохо. Я не могу его туда двигать, мне приходится экран. Я понимаю. Я чувствую всю твою боль. Я с тобой. Морально, физически. Как хочешь. Отлично. Ну, красный упырик получается остался. По звукам есть еще есть. Это, конечно, полная же кутю-мукутю. Да. Я бы сказал бы. Я бы уже сказал чучу на воркучу. Я бы про этот момент другое сказал, но вам придется извиняться на французский. Тут жемах. Отлично. Давай, дружочек, там гоблинов найдешь внизу. Ты учти, что там впереди, возможно, еще какой-то гоблин будет. Возьми лучше щит. Да, сейчас. Ага. Отлично. Этот ледяной молодец. Склон нас. Не, лучше вообще, я тут окосел. Да не, ничего такого, просто
дедам тяжело в таких ситуациях на последней сложности. Особенно, да. Так. Надо проколограммить здесь немножко. Ну тут вроде ничего нету. Решение, друзья, очень простое. Вон слева там нельзя ничего разбить. Наверху? Ну, давай еще раз сюда. Только я... Там обрыв учти. Да, ты я его... поэтому давай хочу... Давай прикроем его для начала. Хочу его прикрыть для конца. Не получится его прикрыть. Если только вот так попробовать сейчас. Неплохо. Деду по шляпе. Вот типа, ну это ненадежно. Ну а что пасть? Так, ну давай. Ну похоже на то, что можно разбить, но я как бы уже три раза туда стрельнул. Не, ничего такого, пойдем. Ничего такого. Просто племя юколов тут из Сайберии живет. Ну там сам посмотри, попрыгай. Хотя я могу тоже, в принципе, к себе. Тут статуя красивая. У нее даже два глаза есть. Пойдем. Даже два глаза есть. Ну да. Ничего себе. Ну да. Так. Так. Ну тут пробить надо. Ну подожди, сначала кал. Опыт пособираем. Вдвоем не обязательно было, ну ладно. Теперь бей. Выше. Еще. Ниже. Ниже. Короче, давай молотом. У него радиус больше. А, ну или да. Я просто боялся вставать, потому что вдруг качусь. Так, давай уберу. А, я понял сюда. Ну, давай тогда вот так сделаем. Да что ты, дед, зацепись ты зубами. Неужели там так скользко? О, девочка. У меня зубов нет. Я поэтому девочка зацепилась. Ясно. Идем. Вперед. Это что? Это баг. Ну тут, к счастью, чекпоинт. Ты тупо проскочил сквозь это. Я даже не буду, друзья, туда заходить и повторять. Это так, босс. Это босс. Ну, я беру чекпоинт. Я сказал, я беру чекпоинт. С ума сойти. Ну, это... Это просто подстава, да. Ну, бывает, бывает. Так, ну, колограмму сразу сделай. Потом все остальное. Я сделаю, конечно. Но я просто не уверен, что это нужное место. Он вроде же дальше надо. Это нужное Где? Место. Ну, чуть-чуть правее. Я, если что, буду дедом там. А, нет, нужно. Вот здесь, вот туда, все, вот тут отличное место. Уходи, уходи, уходи. Все, я вот тут прыгаю вот так. А ты накидываешь. Это настрелил. Считаем стрелы, друзья. Решение, друзья, простое. Холограмма. Ты учти, меня в любой момент убить могут, и он резко развернется. Как же нос чешется. Рак нос. А, вот тут, похоже, он вообще урон не наносит. Ну, не знаю. Просто решение очень простое. Я его между лопаток молотом сделал печать. Так, там опыт. Это вот это место, где опыт. Смотри, как парень сейчас завис, интересно. Ага. Ты мне сейчас напомнил игру Legend of Dragoon. Там такая фишка, что на боссах, даже если, допустим, ты босса мочишь абсолютно другим персонажем, все равно в конце главный герой подходит и делает так эпично последний удар. То есть он может весь бой вообще там, не знаю, умирать, стоять, он все равно последний удар делает, в да. любом случае. Какой берет, воскрешается. Я, кстати, просто... снят заказать ее.
Ну, посмотрим. Заказать у тебя? Да, да, там на днях спрашивал один парень. Но я бы сказал, что Хронохрос хочу еще проходить. Ой-ой-ой, mm-hmm. стой, там же там опыт. Ну, так, пробей проходить. Сначала опыт. Да. Так тут не обрыв, это нормально. Все, дайте сюда. На 100%. Так, мне надо сдвинуть. Блин, где зацепись зубами? Ты собрал как-то, да, все? Ну я выбил, да. Вот там. Так, все прилетело к тебе, да? Да вроде все. Ну посмотрим сейчас, если что-то нельзя ли возьму. А вот тут нельзя упасть. А вниз лететь долго! Будь здоров. Будь спокоен, потому что самый сложный уровень пройдет. Это все, что я могу в конце просто сказать. А иголочки их хвойные, красиво нарисованы. Она заставила дерево расти. Друзья, последний босс. Тоже знаем лайфхак. Уже понимаете как, с помощью чего, как его легко победить в следующей части. Изабель и Розабель действительно сестры.